анонс 82-й серии сериала «Зимородок». В то время как жизнь Сиран и Ферита под одной крышей начинает всех беспокоить, Сиран, который открыто бросает вызов Фериту, с трудом смиряется с последствиями своего решения. Дияр, которая без колебаний сражается за Ферита, наконец-то решает противостоять Сиран. Пока Ифакат готовится насладиться своим планом, который работает гладко и безупречно, неожиданный шаг Битюль удивляет всех. На этот раз Абедин полон решимости причинить вред всем и сместить тех, кто увел его оттуда, где его место. Поскольку гнева Абедина сталкивает Суну и Сиран лицом к лицу, одной из двух сестер придется принести свою жертву. Хотя Фериту очень трудно противостоять Сиран, воспоминания о его бурном и страстном прошлом Сиран вселяют в него уверенность в своих спокойных и комфортных отношениях с Дияр. Теперь Сиран предстоит преодолеть еще больше препятствий для своих чувств Фериту и бороться за свою любовь. Что же будет дальше, мы увидим в 82-й серии сериала «Зимородок», которая выйдет 8 ноября в 20:00 на телеканале Star TV. На этом у нас все, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!